Доброе утро. С вами Лина. Добро пожаловать на практику йоги прямо в постели. Сядьте удобно и закройте глаза. Переместите все внимание внутрь себя и положите правую руку на живот, левую на зону сердца. Прислушайтесь к себе. Спросите себя, как я чувствую себя сегодня? Произнесите мысленно аффирмацию. Сегодня будет самый прекрасный день. Я посвящаю этот день любви к себе и к этому миру. И со вдохом потянитесь за руками вверх. Сложите ладони намасте перед грудью. И повернитесь направо в скрутку. Опустите руки вниз. Расслабьте плечи. Дышим вдох и выдох. Возвращаемся в центр, ладони намасте. Скрутка на другую сторону. Рука за спиной для опоры. Расслабьте плечи. Тянитесь макушкой вверх, пробуждая позвоночник. Глубокий вдох. И с выдохом возвращаемся в центр. Начинаем вращение корпусом. Движение вперед со вдохом. Затем направо, назад и налево. Следуйте за вашими ощущениями. Двигайтесь так, как хочет тело. Слушайте себя. И теперь в другую сторону. Мягкие вращения. Наслаждайтесь. Дышите. Возвращаемся в центр. Переходим в положение сидя, ноги согнуты перед собой. Прогнитесь, раскройте грудной отдел к небу. И теперь подводим к себе правую стопу, укладываем ее на левое бедро, раскрывая тазобедренный сустав. Позвольте себе просто быть здесь. Наблюдайте, как сила гравитации работает для вас. Мягко расслабляя тело. И теперь левая нога под правой. Поза квадрат. Еще более глубокое раскрытие тазобедренных суставов. Позвольте вашему телу принять настолько глубокое положение, насколько вам комфортно сегодня. Не спешите. От практики к практике вы будете чувствовать улучшение, уделяя внимание себе, слушая свое тело. Вы найдете с ним более тонкий контакт. И раскрываемся, расслабляем правую ногу. Повращайте стопой.
Поменяем сторону. Теперь левая стопа на правом бедре. Раскрываем тазобедренный сустав. Дышим глубоко. Приятный вдох. И выдох. И поза квадрат. Правая нога под левой. Попробуйте опустить левое колено чуть ниже, раскрывая тазобедренный сустав. Воспользуйтесь подушками, если это необходимо. Пусть поза будет комфортной и приятной для вас. Расслабьтесь здесь. Дышите. Наслаждайтесь ощущениями внутри. Каждая асана — это маленький шаг на пути к совершенству вашего тела. И выпрямляем левую ногу. Повращайте стопой, расслабьте ее. Переходим в положение на коленях, четыре опоры, ладони под плечами. Со вдохом прогиб, посмотрите вверх, с выдохом круглая спина. Продолжайте с дыханием. Пробуждаем позвоночник. Со вдохом прогиб и выдох, круглая спина. И теперь выпрямляем левую ногу позади себя. Вытягиваем правую руку вперед. Поднимаем левую ногу от кровати вверх. Теперь сгибаем ее и тянемся правой рукой к стопе. Поза натянутого лука. Тяните стопу назад, раскрываясь еще больше в грудном отделе. Глубокий вдох. И с выдохом опускаем ногу. Правая нога согнута в колени перед собой. Разворачиваемся назад через левое плечо. И подводим к себе левую стопу. Поза голубя. Красивая, женственная, приятная растяжка. Наслаждайтесь асаной. Дышите. И выпрямляем ногу. Сделаем компенсацию. Поза на коленях. Скруглите спину. Поменяем сторону. Теперь правая нога назад. Левой рукой тянемся вперед. Поднимаем ногу. Сгибаем. И тянемся рукой к стопе. Раскройтесь в грудном отделе. Тяните стопу назад. Дышим. Вдох. Выдох. И опускаемся. Теперь левое колено смотрит вперед. Разворачиваемся через правое плечо. Сгибаем правую ногу. Тянем стопу к себе. Побудьте в этой приятной скрутке и глубокой растяжке. Замечательно. И выпрямляем ногу.
Мягко уходим назад к пяткам. Поза ребенка. Отдыхаем здесь. Позволяем своему телу полностью расслабиться. И не спеша поднимаемся, ложимся на спину. Сгибаем ноги. Руки уводим за голову и соединяем в замок. Приподнимаем стопы. Делаем вдох. С выдохом приподнимаем голову. И начинаем движение велосипед. Очень медленно. Правый локоть к левому колену. Левый локоть к правому колену. В каждой скрутке делаем выдох. Вдох центр, выдох. И завершаем. Подводим к себе колени, обнимаем себя. Колени пошире. Захватываем большие пальцы стоп. И тянем колени рядом с телом. Поза счастливого ребенка. Позвольте себе улыбнуться здесь. Вы проделали замечательную работу. Пробудили тело и настроили себя на продуктивный день. Выпрямляем ноги, вытягиваем руки за головой, потянитесь всем телом, сделайте глубокий вдох, и вы. И не спеша поднимаемся, садимся в позу со скрещенными ногами и прямой спиной. Складываем ладони намасте. И от всей души благодарим себя за эту практику. Благодарим свое тело за проделанную сегодня работу. Руки через стороны наверх, потянитесь вверх. И снова складываем ладони намасте. Делаем глубокий вдох и с выдохом открываем глаза. Благодарю вас за практику. С вами была Лина. Не забудьте подписаться на мой канал. Прекрасного вам дня. До встречи завтра.